Всем привет, с вами Иван Кожи. Сегодня у нас будет наконец-то долгожданный для меня обзор. Я попробую впервые чипсы, которые появились в 2018 году. Серия Lay's из печи. Ну, прикиньте, целый год вы мне об этом писали. У нас в Украине эта серия так, к сожалению, в продажу и не зашла. Вот, ну, я ждал посылочку, посылочка пришла. Мне приехало три вкуса данной серии. Вот, я долго решал, с какой же начать. Вот, ну и первым мы попробуем вкус ароматный укроп. Данная пачка имеет вес 85 грамм и стоит 67 российских рублей 50 копеек. Я, может быть, конечно, что-то путаю в ценах, но перед этим я обозревал серию Lay's Strong со вкусом чеснок. Там была пачка 145 грамм, обошлась, ну, цена ее 73 рубля, да, тут же маленькая пачка 85 грамм и цена 67 рублей. Я не знаю, может быть, разница, это все покупалось в разных магазах, или, может быть, действительно, эта серия почему-то, ну, достаточно дорогая, потому что пачка значительно меньше, а цена почти такая же. Вот, не знаю, в чем прикол, но, народ, я надеюсь, вы в комментариях напишите, почему они, имея достаточно большую разницу по весу, стоят почти одинаково, в чем прикол. Вот, неужели это достаточно какая-то эксклюзивная интересная серия, что Lay's решили ее продавать дороже? Посмотрим. Вот, но, честно, я вот судя по картиночке, я не, специально не смотрел там ни обзоры ничьи, там, ни листал информацию в интернете про эту серию, вот, чтобы мне было интереснее ее пробовать впервые. Но судя по картинке, я так понимаю, что это будут рифленые чипсы, но при этом они будут, наверное, какие-то толстые или другой формы. Ну, как-то так. Вот так вот выглядит данная пачка. Вот. Ну и, собственно, а всего три, кстати, всего три вкуса, вот я так понимаю, и я их все попробую. Круто. Вот. Ну что ж, что ж. На 50% меньше жира. И главное, чтобы было вкусно в данной ситуации. Блин. Хочу увидеть что-то такое мега крутое, что меня удивит. Открыл, кстати, запах укропа. Такой мощный, насыщенный. Уже просто выбрался из пачки. Вот чувствуется в комнате. Ого. Вот так все это дело выглядит в пачке. И вот так вот это дело выглядит вот вне ее. Вот такие вот получаются рифленые, ни капли, ни круглой формы. Они больше похожи на, я не знаю, на что даже. Какой-то ромб или какая-то другая геометрическая фигура неправильной формы. На поверхности видно вот зелень, ну тоже тот же очень мелко измельченный укроп. Вот так все это выглядит поближе. Вот, ну, запах укропа просто мощнейший, скажу я вам. Ну и вы знаете, мне кажется, они такие достаточно плотные и толще, как по мне, возможно. Но рифление самое мелкое. Вот, вот Lay's Strong, кстати, вот когда они только появились, вот они такое рифление имели. Ну, ну, скажу я вам так, это не то, к чему мы привыкли, кушая обычные классические лейсы или кушая рифленые лейсы, потому что этот чипс действительно очень плотный, очень твердый. Мне кажется, он даже твердее Lay's Stacks, или как эта серия называется в тубе, ну типа а-ля Pringles. Вот, то есть, мне кажется, он, благодаря тому, что он рифленый, он намного плотнее и очень твердый. При этом он очень сильно хрустящий. Вот, вкус укропа просто, я не знаю, это, наверное, один из самых насыщенных вкусов, которые есть. То есть, если вот до этого я считал самый, наверное, насыщенный вкус, нелюбимый мной вкус грибов, да, то есть, там на каждом чипсе этой грибной вкусовой добавки просто капец сколько, и она настолько насыщена и по запаху, и по вкусу, что ты вкуса чипса практически не чувствуешь.
Вот, наверное, Лейс переплюнул грибы, и Лейс, вкусовая добавка Лейс укроп переплюнула грибы, да, и то есть вот укроп и по вкусу, и по запаху забивает сам вкус картофельного чипса. Они очень твердые, при этом хрустящие, и они настолько плотны, что они не успевают таять. То есть ты их жуешь, и они, когда ты их жуешь, они не превращаются как бы там в единую смесь. Они достаточно такими нормальными кусочками у тебя размягчаются, и потом еще тебе эти кусочки надо пережевывать, чтобы добиться того эффекта, которые ты там с обычными классическими лейсами, там, кинув только в рот, получаешь. То есть во рту обычный лейс, он там тебя практически растаял, перемешался там со слюной, к примеру, да, там уже там масса какая-то однообразная, да, чуть ли не тесто получилось. Тут же нет. Вот чипс действительно не очень быстро тает, очень хрустящий, плотный. И вот если бы я это кушал, наверное, с закрытыми глазами, вот, то меня можно было бы легко обмануть. Я бы подумал, что я ем или какие-то снеки, или сухарики. Я думаю, любому человеку, который вот в эту серию не ел, вот, поломать вот какими-нибудь такими кусочками, да, одну чипсину, закинуть в рот и, ну, с закрытыми глазами, и человек никогда бы не угадал, что это чипсы. Вообще по-другому жуются. Ну, может быть, вы, конечно, со мной не согласитесь, но я скажу, что, наверное, все-таки, как чипсы, серия из печи мне не понравилась. То есть, да, это что-то новое, это что-то интересное, но все-таки обычные рифленые чипсы или классические мне все-таки нравятся намного больше, чем вот эти достаточно твердые и плотные. Что касаемо вкусовой добавки укроп, то она действительно очень насыщенная, есть на каждом чипсе. Ну, я не скажу, что я там очень сильно ее люблю, там или сильно восхищаюсь, но есть небольшая нотка ностальгии. Вот сейчас, кушая лейс из печи со вкусом укропа, я вспоминаю про серию, точнее про чипсы лейс со вкусом малосольного огурчика. Вот там тоже вкус укропа присутствует, как бы, да, он там, может быть, не на первом плане, но он есть. И вот что-то мне эта серия вспомнилась, аж захотелось вот таких чипсов. Жалко, что их не продают сейчас. Ну, по крайней мере, у нас. Оценку поставлю 4 с минусом. Тема, конечно же, классная. Получили мы что-то новое, но все-таки вот... Больше я разочарован самим чипсом. Вот такие твердые чипсы мне почему-то не нравятся. Тут как бы нюанс такой, что сам чипс более толстым сделали. При этом добавили еще рифление. То есть при рифлении чипсы более какие-то, ну, более тяжело жуются, да, более твердые становятся или более плотные. И плюс еще и толщина. То есть, возможно, лейсу надо было что-то сделать, или вот такое рифление придать, или просто сделать их не рифлеными, но толстыми. То есть, возможно, как бы так была какая-то идеальная толщина чипса, и по плотности бы они были более интересные, и так далее. Ну, хотя, может быть, тогда мы бы не догоняли чипсы из печи, да, то есть, возможно, действительно, вот этой эксклюзивной твердости бы не получилось тогда. Кто его знает, как оно лучше, но... Я оставлю оценку 4 с минусом. Буду в дальнейшем брать или нет? Наверное, нет. Вот. Во-первых, не имею возможности, у нас этой серии нету. Ну и даже если бы продавалась, наверное, все-таки не покупал бы. На этом у меня все. С вами был Иван Кашей. Не забывайте ставить лайки этому видео. Это очень важно для меня, для моего канала. Поддержите Ваню и пишите в комментариях, любите вы чипсы Лейс из печи, пробовали, и какой ваш любимый вкус. До новых встреч, всем пока!